зовут Татьяна, мне 34 года. Мы собрались здесь сегодня с Ольгой Швец, чтобы творить волшебство. Значит, да, она мне покажет, расскажет сегодня какие-то секреты. И покажет, как вот примерно тем, что есть в моей косметичке, недорогие популярные вещи, которые можно купить в любом магазине, как это все использовать, чтобы создать волшебство. Это средство, оно просто обалденное. Я когда на него нарвалась в магазине, я вообще не поверила своим глазам, если честно. Когда в магазине не поверила? Или когда уже использовала? Ну, мне почему-то его захотелось взять, и когда я его принесла домой и использовала, я такая, надо еще 5. Это была моя такая правдивая мысль. Что все? Ну, мне нравится, не знаю, такая мягенькая. Ну вот давай теперь, да. Фишка этого крема заключается в том, что он идеально сливается с кожей, без эффекта маски. Продукт сделан таким образом, что, по-моему, он подходит всем, для любого возраста и для любой кожи. И ты сейчас в этом убедишься. Выше, 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 поднимай. Угу. Выше, выше еще. Угу. Да, вот. Угу. И вот теперь можно наслаивать и делать более интенсивно. Угу. То есть, когда ты сделала такую разметку, тогда ты не переборщишь, это уже точно. То есть, ты такую разметочку сделала для возрастного макияжа. Девочки, мы коррекцию поднимаем чуть-чуть выше. Как видите, она идет не туда, прямо по скуле. Иначе у нас есть опасность сломать скулу.
То есть вот молодые девочки, они делают коррекцию так, вот которым там, не знаю, 18-20, там, тире 25, а возрастным ее нужно уже на сантиметр поднимать. Да, окей. А вы там он создаст эффект матовой помады. Кстати, девочки, для возрастной кожи, для ваших щечек лучше уже подумывать о использовании кремовых продуктов, нежели сухих. Если вы правильно подбираете себе кремовую текстуру, значит, она очень-очень вам поможет и дольше гораздо сохранит вашу молодость. Глазки добренькие. Да. Специально как бы не даю вам какую-то определенную базу, потому что девочки, уже большинство особенно продвинутых пользователей, они уже как бы, у них есть определенные свои какие-то пристрастия, поэтому нет желания продать вам какой-то дополнительный продукт косметический. Это может быть карандаш натуральных оттенков, либо тени кремовые натуральных оттенков. Но вы уже видите, как изменилось лицо сказочным образом. Глазки добрые. Да, кстати, растушеванная стрелка такая нечеткая. Это тоже тренд. Угу. Вообще она хорошая. Просто я к ней немного не привыкла. А вообще она классная. Нижние не трогаем. Угу. Только уголки и все. Thank you.